В Ярославской области началась выдача именных сертификатов на получение дополнительного образования. А для чего нужен этот сертификат? Он дает родителям возможность записать ребенка в любой кружок или секцию. В любую организацию? Да, в любую, которая имеет лицензию на ведение образовательной деятельности. Ого! А как получить такой сертификат? В два счета. Раз. Регистрируемся на сайте yar.pfdo.ru и получаем документы для заполнения. Два. На сайте находим адреса приема документов, относим их туда и активируем сертификат. А в какие кружки можно записаться? В Ярославской области сотни кружков и творческих объединений. Все они есть на сайте. Выбирайте, получайте сертификат и начинайте учиться. А если остались вопросы, звоните по телефону 230 8 56.